Всем доброе утро. Я проспала. Ну, я не проспала, просто я очень долго кормила Соню. Нам нужно срочно бежать уже к врачу. Через 20 минут запись. Все быстрее одеваю и выхожу, потом объявлюсь. Так, мне повезло, что нет дождя. Вчера весь день лил дождь, просто весь день и всю ночь. Сейчас где-то у нас 11 градусов, но должно быть до 17. Ну ладно, с утра 11, нормально, короче. Guten Tag. Verspäte mich ein wenig, 10 Minuten ungefähr. Sophia, ne? Ja, genau. Okay, gut, trage ich ein, ja? Alles okay, klar, danke. Danke, tschüss. И знаете, что я подумала? По-моему, нам сейчас будут второй раз прививку делать. Да, второй заход. А я и забыла. И не выспалась. Она после той прививки была такая капризная. Если сегодня она будет такая же, а я никакая же. Ой, какая пробка в автобане. Надо было мне по-другому ехать. А если я сейчас выеду там и поеду... Да, так и сделаем. Классно опять на машине. Я так редко на ней сейчас езжу. Скучаю. Не люблю за рулем ездить. Щекам твоим слезы. Это не моя вина. Примите красные розы. Не убегай от меня. Щекам твоим слезы. Это твоя вина. Да на кой черт твои розы. Так, что бензин? Бензин стоит евро 28. Напишите, сколько в вашем городе стоит литр бензина. Короче, я без коляски. На руках ее принесла. Это было бы гораздо в 3 раза дольше доставать коляску. То есть все так, так просто. Взял на руки, пришел, быстро все сделал, ушел. Если гулять, уже можно коляску. Да, булочка? Я тут расстегнула. Булочки. Ой. Вышли мы от врача. Капец, она весит чуть меньше 5 килограмм в 3 месяца. Но врач сказал, что все нормально, просто у меня маленький ребенок. Она изначально такая была при рождении, и так у нее по таблице все идет нормально, да? Просто она маленькая. И по росту, и по весу. Вся в маму. Просто я говорю, вот у других детки, там у моих подруг уже столько-то, столько-то весят. А он говорит, что не надо сравнивать с детками подруг или вообще с другими детками. Вы должны сравнивать ее только с ней самой. В принципе, да, как и самих себя по жизни. Ну, в общем, вес в норме, рост в норме, все в норме. То, что она какает раз в неделю, мне просто под последним видео писали, это ненормально, это ужасно, это нормально. Если у ребенка при этом ничего не болит, никаких отклонений нет, то это абсолютно считается нормой. Ходить раз в неделю в туалет, но если вы на грудном вскармливании, да. Если вы на искусственном, может быть, там и не норма. И Сонечку ничего не беспокоит, счастливый ребенок, слушайте. Она говорит, как она ест? Я говорю, ну она кушает вот сколько ей надо, потом она выплевывает грудь. Я ей пытаюсь еще дать, она нет, все отворачивается и дальше уже улыбается, да. То есть это не так, что она кушает и не надоедается, и потом плачет, нет. Она сама ее выплевывает и все. То есть она вот ест, и ест, и потом все. Вот он говорит, ну тогда все, значит так, значит вот так у нее. Рост 57 сантиметров. Поэтому нам 56 мал, а 62 еще большие.
хорошо. Ненавижу этот круг здесь. Еще вот так. И дождик пошел. Так, куда мне надо? Мне надо поехать на работу за бумажкой. А это значит, как мне ехать прямо. Да, пойду прямо. А, прививки, кстати, не делали сегодня. Не надо. Только та, которая в рот из шприца. Так, ну, в общем, пить ее. А укольчиков не было. Будет через месяц. Следующая запись к врачу, ну, если это не прививка, а просто обследование, да, будет в полгода. Представляете? Потому что в России, я слышала, вроде каждый месяц ходит. А тут, видите, ну, в общем, тут есть, это называется U1, U2, U3. U – это Untersuchung, Untersuchung – это обследование. А 1, 2, 3 – это нумерация, 1, 2, 3, 4. И вот у нас сейчас было U4, то есть четвертое обследование. И у меня есть таблица, там написано, с какой по какую неделю должно пройти четвертое обследование, пятое, шестое. Ну, в общем, тут не каждый месяц. Берега, неразгадна страна далекая, спи спокойно, моя Америка, спи спокойно, моя Америка, если ты существуешь все-таки. Соня спит, не хочу ее будить. Давайте пока откроем посылочку, которую я забрала. Надо, кстати, этот ножичек носить с собой, когда я гуляю с Соней. Тут и ножичек. Что тут еще есть? А, вот эта отвертка тут. Очень, кстати, нужная вещь, как выяснилось. У меня тут зеркало для этого, где нужна отвертка. Там батарейки менять. Штопор тоже всегда нужен под рукой. Это, короче, открывашка для пива. Две одинаковые, что ли? Ух ты ж, блин, посмотрите. Офигеть. Мне пришли... Ой, разные бутылки. Тут еще и чай. Бутылочки для фильтра. Фильтра. Я же воду теперь не покупаю. И вот чтобы мне... Аква Глобал, да? Чтобы мне было в чем таскать воду. Вот такая вот железная. Так, что тут еще? Ой, блин, как много. Одна маленькая, одна побольше. Две маленьких, точнее. Еще какой-то сок. Господи. А, Simply Add Water. Короче, по-моему... А, это концентрат. Смотрите, я добавляю... А, вот тут нарисовано чуть-чуть вот этого концентрата, потом воды. А что за концентрат? А, вишневый. Тут, значит, вишня, немножко лимона и холундер. Ага, и вот это, я так понимаю, значит, то же самое. Надо будет дома разобраться. Блин, ну я сейчас не смогу даже это занести, потому что тяжеленькое. Ага. О, вот это нужное. Для чая. Пакетики, если у вас такой насыпной чай. Да, засыпаете. И как будто бы у вас опять пакетик. Только с таким рассыпчатым чаем. Прикольно. Зеленый чай. Отлично. Еще один концентрат яблочный. Я так понимаю, это все концентраты, да. А еще что-то. О боже! Я так понимаю, это для Сони. Спасибо, как приятно. Вот сразу это. Плакать хочется. Так приятно, когда думают, ой, смотрите, тут написано, можно носить с двух сторон. А ну-ка. Ух ты, как классно. Слушайте, я думаю, как раз летом она будет таких размеров. Можно вот так носить, а можно как розовенькая.
Тут написано на 6 месяцев, но, честно говоря, судя по тому, как растет Сонька, я думаю, это будет, ну, на весну так точно. Класс! Очень приятно, спасибочки! Так, может, что еще есть? Скажешь, ну, ты зажралась, Юлец. Так, ну что, классно, только я сейчас не смогу это занести. Ну, платьишко смогу занести. Вот эту сумочку положу. Потом спущу за ней. Сонь, ты проснулась? Моя булочка проснулась, сидит, молчит. Че молчишь, сказала бы. Пару слов. Так, ну все, ребятки, хорошо, я тогда пошла. Меня, кстати, спрашивали, если у меня фильтр, зачем я купила воду. Блин, все увидят. Воду я купила для машины. В машине я пью тоже воду. Но теперь могу, так как у меня теперь куча бутылок, набирать в бутылке. Ну что, булочка? Как тебе поездка наша? Ай, какая хорошая. Мы с тобой так классно смотримся. Мы с тобой так классно смотримся. Ну что, мы дома, я позавтракала, мне пришли посылки. Посмотрите, какая малюсенькая посылка Snacks. Я заказала в нем вообще-то один или два бодика и зимний костюм. И если сюда поместился зимний костюм, то он мне точно не понравится, потому что что это за объемы такие? Давайте откроем. Ладно, его тут нет. Наверное, отдельно придет. Так. Почему такой толстый? Даже не знаю, как реагировать. Меня спрашивают, почему я просто не пойду в магазин и не куплю Соне одежду. Ну, блин, потому что нету какого-то одного магазина, где есть то, что мне нравится, да. Это надо ездить по разным. А ездить по разным, это без конца Соню в машину с машины, в машину с машины. У меня начинает болеть спина. Мне проще сидеть дома и заказывать онлайн. А если знать какой-то один поехать, ну, блин, я ездила в Baby White, в Baby One, в H&M, в Zara, в Baby Arket, и нигде я не нашла то, что мне надо. В общем, вот такой вот костюмчик, типа флисовый, ну, не флисовый, ну, а может и флисовый, размер 62. Вот такой вот серенький, в общем, чтобы дома, да, потому что в таких супер тонких пижамках прохладно. Я думала, что-то такое. Но почему такой толстый? Ну, это две Сони сюда поместятся. Не знаю, я померю, но мне кажется... Да нет, он, блядь, он огромный. И этот, наверное, такой же. Я сегодня не доспала, поэтому очень быстро Ну и вот такой мягкий плюш. Это больше даже как костюмы такие на выход. Но этот розовый чуть поуже. Я немножко другое ожидала. Это такие, знаете, как поверх чего-то надевать. Бесит меня. Бесит, реально бесит. Такие мелочи меня бесят. Знаете, меня могут какие-то крупные вещи вообще не трогать никак. А вот такие мелочи меня могут раздражать, меня может бесить очень сильно, как сейчас. Потому что я не понимаю, неужели так трудно сделать нормальную детскую вещь на моего ребенка? Ну какой 62, ну это... Ладно. Так, еще одна вещь, которая меня может забесить. Это, по-моему, лампа мне пришла. Я же ту отослала, которая светит, это круговая, да, потому что она маленькая, и заказала побольше, на нее было очень много хороших отзывов, мол, я думала, это та была, по-моему, 6,5 цоль, то есть очень маленькая, а вот это, по-моему, 12 цоль, я хотела брать 16 или 18, ну, прям вообще большую, ну, но... просто посмотрела, и на эту было столько хороших отзывов, больше, чем на те большие. Прям, не знаю, решила заказать ее. Давайте посмотрим.
хотела бы жить на Манхэттене, но дома ждал пакет в пакете с пакетами. А у меня коробка в коробке с коробками. Так, ну это не самая большая. Но мне кажется, это может... Это, наверное, достаточно. Смотрите. По-моему, вот этой... Да, я думаю, этот размерчик хороший. Здравствуйте. Так, ну что, давайте собирать сразу. Тут просто такой штативчик мне понравился. Я думаю, что он будет стабильный. Главное в этом деле стабильный штатив. Ну и, конечно же, чтобы светил хорошо. Вот так все упаковано добротно. Стоило это, по-моему, 50 евро. Точно не помню. Ну, в общем, недорого. Вот этот, вот такой штатив, мне кажется, будет получше. Да, тренога такая. И вот так можно на стол. Ой, мне и сам штатив такой даже понадобится. Маленький. Классный. Угу. А, вот для телефона. Тут, по-моему, для телефона две штуки есть. Вот одна такая стационарная, ну, в смысле, не сгинающаяся. И другая, по-моему, которую можно гнуть. А может и нет. Пульт. С батарейкой! С батарейкой! Неужели? Я им оставлю хороший отзыв только из-за того уже, что они положили в пульт батарейку. Сразу проверим лампу. Хо-хо-хо. Отлично. Разные оттенки. Три, по-моему, да? Раз, два, три. Угу. Окей. Слушайте, так с этой лампой можно маникюр делать? Хотя я заказала большой заказ с моего любимого сайта, где я заказываю все для ногтей. С России, представляете, я с России заказала лампу и то, и все. Как будто у нас тут ламп нет. Ну, просто я уверена в том сайте. Мне нравилось до сих пор все фрезы, которые я там заказывала. Плюс я смотрю их уроки на ютубе, мне все нравится. Поэтому я у них решила все заказать. Я заказала там и лампу, и для ногтей, и лампу настольную, и лайк. Ну, короче, когда придет, я вам покажу. И пересылка уже была не 10 евро, не 4 евро, как тогда, а 30. Так, ну тут поменьше. Тут не надо собирать как тот. Так, этот штатив стабильный. Это уже очень хорошо. Ну, вот так, да, накручивать. Вот это не очень удобно. А, нет, вот тут внизу все нормально, сорян. Накрутили, навертели. Так, а это для камеры пульт, да? Соединить. Так, это на что, куда? Давайте посмотрим инструкцию. Инструкция only in English. Only in... А, нет, вот Deutsch. А, наоборот, вот это вот гнется, а не та. Угу. Вот, видите? Прикольно. Есть, 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 есть. Так, так, это для чего? Блин, так люблю разбираться. А, о! О! Еще вот тут вот так вытаскивается. Вообще шикарно, Вася. Какое есть у меня замечание первое. Это вот этот шнур мог бы быть подлиннее. Мог бы быть подлиннее. Ну ладно. И банка полный. Шучу. Ой. Так не должно быть. А вот я тут не закрутила. Булочку мою. И
Снова я взгляд твой ловлю. Я довольна, ребятки. Я довольна. Так, вот это давайте как еще можно подключить? Или это только к камере? О, о, супер! Работает. Так, ну большой, да. На мой рост точно хватит. И вот эту палку еще можно поднимать. Отлично. Можно в полный рост и можно нагинать, как хочешь. Супер. Булочка проснулась. Проснулась. Будешь сегодня играть со своим новым матрасиком с игрушками? Сейчас мама тебя покормит и постелит тебя, да? Ой, одета как не знаю, как с детдома сбежала. Это что, я тебя так одела? Блин, ребят, ну классная штука. Я считаю, вообще недорого, потому что вот те большие там были уже по 90, по 100 с лишним, а маленькие по 20-30. Вот это стоило, по-моему, 50, и мне еще была скидка 10 евро. За 40 евро получается классный свет, плюс штатив. Я собрала, она очень компактная и легкая. Это то, что я искала, потому что, знаете, вот эти зофтбоксы, они у меня есть, но они такие огромные, их все время вот это собирать. Там эти лампы, они тяжелые, они занимают полквартиры. Вот, вот то, что надо, в любое место отнес, все, что нужно, осветилось, причем очень хорошо, и не нужно никаких огромных софтбоксов. Мне кажется, для домашнего использования, может быть, для профессиональной фотографии это было бы и мало, но вот так вот для моих нужд, мне кажется, вполне. Я только вчера сняла видео, что она умеет к 3 месяцам. И сегодня новый навык. Как классно наблюдать. Она берет игрушки, она тянется ручкой и берет их прям двумя руками. Еще вчера этого не было. Она просто случайно попадала по ним. А сегодня хопс, и поняла, что можно их целенаправленно взять в ручку. Сонь, ты такая умничка. А, смотри. Вот эту она брала вот так двумя ручками и к себе тянула. Ну, конечно, все это мы делаем не на камеру. Оп, оп, оп. Ух ты! Второй промахнулась. Когда у меня не было ребенка, если что-то такое видела, я сидела, думала... Кому это интересно, пожалуйста, отключи. А теперь сама такое снимаю. Что делать? Что делать? Теперь для меня это супер интересно. Боже. Ну ладно, ладно, не буду перебарщивать. Я, кстати, ем кукурузку и смотрю фильм, пытаюсь смотреть Ван Хельсинг. Кто смотрел? 2013 года. Вчера случайно наткнулась. Какой-то клип был, и там... А, Король и Шут я слушала. И там вот кадры из этого фильма, я вот решила посмотреть. Я люблю такое что-то. Вампиры, сказка, фантастика. Вот с Кирой общаюсь по телефону. Ну, она не сильно со мной общается. Мам, как у нее дела, подписчики интересуются? А? Как у нее дела, подписчики интересуются? Хорошо у нее дела. То мне не верят. Ест, спит, гуляет. Ну, отлично. Вон, Кира, посмотри на меня. Не отзывается. У нее столько... Да, у нее там сейчас столько дел, все газетки перечитать. Ребятки, читаю комментарии про мою пижамку. Вот не дает людям покоя, в чем я хожу дома. Почему я хожу в одном и том же. Почему эта пижама уже 5-й день. 5-й. Я не знаю, вы что, дома каждый день наряды меняете? Ну, даже если вы каждый день меняете, я рада за вас. Я сижу дома, на диване, не потею, спортом мне не занимаюсь, по улице не хожу. Я целый день, вот реально, сижу на диване. Я не вижу смысла каждый второй день менять свою пижаму, в которой мне так удобно. Ребенок спит, а я вот здесь проводила только что почти 3-часовой эфир в Инстаграме. Вот так вот это все выглядело.
Добрый день, с вами Юля. Подписывайтесь на мой инстаграм, кто не подписан. Мы просидели, 3 часа пролетело просто вот так. Я думала, прошел час, и мне кто-то пишет, уже 3 часа стрим. Я говорю, да ну на. Короче, очень быстро, много пообщались. Эфиры я раньше сохраняла, вы можете их посмотреть, мои сохраненные. Но сейчас не сохраняю, потому что, ну, как бы, что я буду одно и то же, знаете, там, сохранять, засорять пространство, так сказать. Лучше приходите, лайв-общение самое такое прикольное, чем потом пересматривать. Пересматривать можете влоги. А так, присоединяйтесь на мои эфиры, будем болтать. Вот, иногда бывает смешно, иногда бывает грустно, но чаще смешно. Буду уже монтировать влог, время 11, потому что вчера я сделала этот влог, мне пришлось со вчерашнего влога удалить кучу кадров, которые я снимала на телефон, как я гуляла, какие красивые места были. Я вам показывала детские школы, детский садик, еврейский садик, классные виллы. Я вам показывала, где я нашла квартирку, случайно шла, как я там проникла к ним в дом, представляете? И все это мне пришлось вырезать, потому что мой влог не сохранялся со вчерашнего дня. Показывала ошибку, что какие-то файлы нет, и это были все файлы, которые с телефоном. Увы и ах. А было так весело. Ну да ладно. Завтра я иду в Apple Store чинить телефон. И посмотрю, там может быть, там же уже наверняка есть 12 Pro Max. Или они... Я читала, что они с ноября будут, но, может быть, он уже как пример, когда там есть. Ну, не знаю. Ну, посмотрю, по крайней мере, прошки точно уже лежат. Вот. Все, на этом прощаюсь. Подписывайтесь на мой инстаграмчик. Увидимся завтра в этой же пижамке.